В общем, сейчас даже для такого любителя летней прохлады, как я, как-то слишком прохладно, и дождь накапывает. Короче, вон там есть кафе, в которое я уже вчера заходил. Сейчас мы туда загрузимся, буду там сидеть, читать великую книгу. Может, что и в голову придет. Дешевое кафе, где-то оно должно быть здесь. И там заряжаться от книги идеями. Все, другого пути нет. Кстати сказать, местный, теплый, казанский гостиный двор. Ну что, хорошо я расположился в уголочке. Это уже, можно сказать, мое кафе. Я уже здесь второй раз. Очень демократичные цены. Суп, манты, чак-чак, вода. Все вместе 500 рублей. По-моему, мне кажется, что совсем не худший вариант. Сейчас сядем спокойно. Вот. А собеседник мой для моего канала пусть спокойно себе идет в удобном для него темпе. Ну вот, навел я порядок в кошельке. Вот, как у меня тут обычно, у меня вот тут сотенки. Здесь у меня более крупные тысячники, а под замком у меня, в общем, всегда лежит дежурный пятитысячник. Сейчас там дежурных 20 тысяч лежит. Ну, сейчас расходов много. Так что уже заранее положил. Вот. А сейчас я вот в этот кармашек вот отправляю десятики. Десятики я все собираю. И, в общем, скажу вам, ребятушки, что я уже накопил крупную сумму этих десятиков. Вот. Протирка рук. И знаете, сколько я накопил десятиками? Да уже практически 30 тысяч. Что не может не радовать. Я, кстати, уже ездил, но платил за бензин ими. Очень даже хорошо. То есть у тебя есть деньги, ты едешь далеко, и у тебя денег не уменьшается. Потому что ты платишь за бензин. Десятиками. Все, я буду читать.